Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зойкина кухня. Проходила мимо, очень хорошо играет уличный музыкант. Решила с ним познакомиться. А скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Илья. Илья. Хорошо играешь. А сыграешь для зрителей что-нибудь зажигательное или что для души? Хорошо? Спасибо большое, Илья. Все, смотри себя на Зойкиной кухне. На этом, дорогие зрители, до свидания. С вами была Зойкина кухня и Илья.